Четвертая волна коронавируса ожидается в Приморском крае. В ближайшее время мы действительно ожидаем четвертой волны коронавирусной инфекции. Она уже началась в западных регионах России. Нам повезло в том, что у нас более теплая осень, и любая волна респираторной вирусной инфекции к нам приходит с опозданием на 2 недели. Победить заболевание поможет всеобщая вакцинация. Чтобы сформировать коллективный иммунитет, нужно привить 80% населения края. Это 1,2 миллиона человек. Насколько она будет выражена, зависит все равно от нас с вами. То есть насколько мы будем соблюдать с вами меры предосторожности, насколько мы быстро с вами проведем вакцинацию, такова и будет выраженность данной волны. То есть в наших с вами силах ее сдержать нет, но уменьшить ее последствия абсолютно точно. Осень – время обострения различных заболеваний, поэтому в этот сезон необходимо повышенное внимание к собственному здоровью. И сочетание гриппа с коронавирусной инфекцией, одновременное заражение пациента двумя инфекциями, не исключается. Поэтому желательно защитить себя и от гриппа, и от коронавируса. В данный момент на территории края действует более 200 пунктов вакцинации. Во всех муниципальных образованиях работают мобильные прививочные бригады. В них можно вакцинироваться не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа. Екатерина Зверева, Игорь Егоров. Новости на Восьмом.